всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня мы будем строить еще одну легенду стеклянную, шириной 3, длиной 4 метра. Будет стоять у нас на брусе, брус поверх бетона, все это хорошо закреплено. Пока что приехали, выгрузились, начинаем работать. Каркас мы подготовили к покрытию стекла, покрыли стены. Стены покрыли стеклом. Сейчас будем готовить все для того, чтобы покрыть крышу. И останутся у нас торцы. Вот такие прозрачные получились стены. Снизу отлив, сверху тоже фиксирующий уголок, а также по нему вода стекает, перелив получается. Стены крыши мы покрыли, что-то у нас снегопад начался. Сейчас мы делаем форсунный блок и параллельно занимаемся торцами. Еще немножко и теплица будет готова. А у нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу Легенда 3 на 4 под стекло. Пойдем посмотрим, что у нас получилось из всего этого. Теплица светлая, красивая. Так, сейчас до входа дойдем. Торцы тоже стеклянные, стекло 4 миллиметра. Дверь на торце установлена алюминиевая. С замком, с крючком. Все как положено. Раз, закрыл, открыл. На крючок, чтобы ветром ее не болтало. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Также используется труба 40 на 20, связи 20 на 20. Покрашено все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 150, ребром скреплен с помощью монтажных уголков. Стоит поверх бетона и также к бетону закреплен с помощью пластины анкеров. Брус обработан антисептиком с тонирующим эффектом. Также у нас в теплице есть система подвязки, по две нитки на каждую сторону. И форточный блок с термоприводами. Термоприводы пока отцеплены. Как только настанут плюсовые температуры, их нужно будет подключить. Для большей жесткости у нас имеются диагональные усилители, по две штуки на каждую сторону. По низу идет уголок, выполняет роль отлива. Стекла крепятся с помощью профиля системы база-крышка. Везде установлены облицовочные уголки, которые прижимают стекло и закрывают кромку стекла. Как вот здесь на переливе, чтобы все было красиво. Дальний торец у нас глухой. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!